Приветствую всех вас, дорогие друзья. На прошлом уроке мы говорили о том, что Господь зашел на гору и промел в ней на горе всю ночь в молитве по святому евангелисту Луке. Господь молился предварительно перед избранием 12 апостолов. И сегодняшняя тема есть избрание 12 апостолов. Об этой теме говорит евангелист Матфей, евангелист Марк и евангелист Лука. Значит, согласно Евангелию от Луки, 6 глава, 13 стих, «Когда же настал день, то есть когда прошла ночь, когда настал день, Господь призвал к себе учеников Его». Марка 3:13 сообщает, что Иисус призвал к себе того, кого восхотел. То есть избрание 12 является инициативой Спасителя, и персональная группа Его учеников определяется только лишь непосредственно им. Данная сцена дышит величием и силой, а упоминание о горе навевает ветхозаветную атмосферу божественного откровения, как говорит об этом митрополит Димитрий Тракателис. Согласно Марку 3:14, Господь поставил из вот этих людей, учеников, которых Он себя призвал, поставил 12 новых начальников, скажем так, нового Израиля. Слово «поставил» значит уполномочил их, дав им определенную силу. Целью данного поставления было, во-первых, чтобы они всегда с ним были. И впоследствии мы видим из книги Деяний 1 главы, что преемник Иуды, Иуда выпал из числа 12, был избран, скажем так, по тому критерию, как там сказано, что который был с ним, начиная с Иоаннового крещения. Матфей ходил, значит, за Спасителем, начиная с Иоаннова крещения. Второй аспект цели избрания является том, чтобы послать их на проповедь. И для того, чтобы проповедь была эффективной и убедительной, Господь снабдил их сила чудотворения. И этот факт показывает безграничную власть Христа Спасителя, не искудевающую власть, что Он сам может это делать и дает такую же самую власть своим апостолам. Таким образом, видно, что уже в первые этапы своего служения Он устанавливает богодухновенный институт, наделенный экстраординарной миссией. По Луке 6:13 ученики называются избранные апостолами. «Апостолос» — это греческое слово, которое обычно переводится как «посланник». Однако более точное определение этого слова является полномочный представитель, выполняющий важное поручение. Во всех списках апостолов по Матфею, по Марку и по Луке апостолы разделены на три группы по 4 человека в каждом. Причем, если имена, например, там, 3-й, 4-й апостол, может варьироваться, но начальники каждой из групп стабильные. Первую группу возглавляет Симон Петр, вторую – Филипп, третью – Яков Халфеев. О чем это говорит? Говорит о том, что с этого момента избрания апостолов устойчиво начала формироваться церковная иерархия. И если кто смотрит, значит, как люди стоят в алтаре, священнослужители, то они не стоят не хаотично, не как попало, но по чину. И этот чин, видите, уже, значит, был сформирован в времена 12 апостолов. Итак, первым апостолом является Симон Петр, который Евангелие от Матфея называется, собственно, первым. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что он называется первым, потому что был и другой Симон, называвшийся Канонитом. По евангелисту Марку избрание апостолов сопровождается переименованием некоторых из них. В частности, Симона Господь переименовал, назвал его Петром. Слово «Петр» — «кифа», значит, это греческое слово, которое является, скажем, синонимом, который является «кифа». Происходит от слова «петра» или «петрос» — «камень» или «скала». Вторым апостолом говорится Андрей, брат его. То есть апостолы именуются попарно: Симон Петр и Андрей, брат его. Третьим – Иаков Зевидеев и Иоанн, брат его. Попарно апостолы именуются в соответствии с древней практикой иудейской, когда все-таки проповедники обычно проповедовали, значит, подвое для того, чтобы взаимно укреплять друг друга. Согласно евангелисту Марку, сыновей Зеведеевых, Иакова и Иоанна, Господь переименовал, назвав их Вуанергес, то есть сыны Громовы. В первом аспекте это, значит, переименование означает, что они обладают ревностью. Это проявилось в эпизоде с самарянским селением, когда они решили низвести огонь с неба, чтобы попалить его. Во-вторых, гром считался голосом Божьим. Если помним из Евангелия, что Спаситель однажды сказал: «Отче, прославь Сына Твоего». И вот прогремел Бог, голос Бога Отца с неба. И прославил, и еще прославлю. И люди говорили, что гром услышали. Поэтому голос Бога – это, значит, голос как бы грома. И сыны Громовы означает, что это люди, которые должны были вещать слова Божьи. Смысл переименования – указать призвание. И призвание евангелиста Иоанна Зеведеева в полноте осуществилось. Он написал Евангелие от Иоанна и Откровение, значит, последних судьб мира. Откровение, как говорит, мы знаем, последняя книга канона Нового Завета, Откровение Иоанна Богослова. Значит, вторая группа, возглавляет ее, как я уже говорил, Филипп, и это, значит, пятый апостол, шестой апостол Варфоломей. По Евангелию от Иоанна этот апостол носит имя Нафанаил. Это тот Нафанаил, которого Спаситель видел под смоковницей, о котором он засвидетельствовал, что вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил, очевидно, это имя, Нафанаил – отчество. Буквально переводится как «сын Талами». Седьмой апостол Матфей – мытарь, а восьмой апостол – Фома. Причем сам Матфей, евангелист, ставит себя ниже Фомы по смирению, но во всех списках он стоит впереди Фомы. Третья группа апостолов возглавляется Яковом Халфеевым. Это по счету девятый апостол. Десятый апостол – это Ливей, прозванный Фадеем, он же Иуда Яковлев. Вполне возможно, что вот эти прозвища, только у него много имен, Фадей, Ливей, значит, они произошли и широко употреблялись для того, чтобы отличить его от Иуды Искариотского. Еще в древности блаженный Иероним называл этого апостола триименным. Буквально триноминус. Он же Фадей, он же Ливей и Иуда Яковлев. 11-й апостол Симон Канонит, или по Евангелию от Луки Симон Зелот. Зелотис – греческое слово, которое переводится как «ревнитель». А арамейский эквивалент этого – это канонит. То есть канонит и зелот есть одно и то же. Зелоты – это была такая партия ультранационалистическая, которой суждено было выйти на историческую авансцену во времена борьбы с Римом. И, наконец, 12-й апостол – это Иуда Искариотский. Буквально переводится как «человек из Кириота». Это иудейский городок. Примечательно, что это единственный из 12 апостолов человек, происходивший из Иудеи. Что можно сказать по поводу лика 12 апостолов? Этот лик 12 апостолов, помимо всего прочего, скажем так, наводит на мысль о том, насколько благодать Христова меняет человека. В лике 12 апостолов мы видим, как, скажем так, сглаживаются все противоречия. О чем я говорю? Я говорю о том, что в лике 12 апостолов находится Матфей Мытарь, человек, который работал на Римскую империю, которого иудеи ненавидели. И в том же лике находится Симон Канонит, Симон Ревнитель, который всю свою жизнь полагал на то, чтобы освободиться от этого римского, скажем так, угнетения. Но благодать Христова объединяет всех и показывает, что все эти человеческие, скажем так, границы условны, и Бог хочет, значит, того, чтобы не было никакой ненависти и злобы, а о том, чтобы люди были едины во Христе. Апостолы составляют ядро церкви и являются новым Израилем. Следующая тема, к которой мы переходим, обширная тема, звучит она так: Нагорная проповедь. Евангелист Матфея о ней говорит в 5, 6, 7 главе, параллельное место Евангелия от Луки, 6 глава, 20, 49. Однако следует сразу же говориться, что у евангелиста Матфея это проповедь, собственно, нагорная, она на горе произносится, но у Луки это проповедь на равнине, на ровном месте. Следовательно, это разные. Эти две разных проповеди были сказаны в разных местах, при разных обстоятельствах. Однако для удобства изучения мы их проходим одновременно. Местом Нагорной проповеди по греческому преданию это склон горы Хитим. Увидев народ, он зашел на гору. Опять Господь восходит на гору, подобно Моисею в древности. Моисей в древности получил ветхий закон на горе. И Иисус, новый Моисей, восходит на гору для того, чтобы дать человечеству новый закон. «И когда сел, сказано, приступили к нему ученики его». Евангелие от Матфея Иисус сидит, у Луки он стоит. Еще раз убеждаемся, что это разные беседы, разные проповеди. «И он, отверши уста свои, учил их, говоря». Таким образом, видно из контекста, что слушателями Нагорной проповеди являются апостолы. Ведь он только их недавно избрал. И, следовательно, избрав, захотел научить их тайнам Царства Небесного. Захотел им раскрыть им новое учение, которое они и должны, по большому счету, проповедовать. Но апостолы являются не единственным адресатом Нагорной проповеди. Мы говорим о том, что Нагорная проповедь говорится апостолом в присутствии их народа. Если посмотреть в конец Нагорной проповеди, 7 глава, 28 стих, то там написано вот что. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его». Видно ясно и прозрачно, что адресатом Нагорной проповеди является народ, апостолы и народ. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, говоря, скажем, о заповедях блаженств, которые являются введением в Нагорную проповедь, говорит следующее. Почему Господь говорит «блаженнее, блаженнее»? И, значит, отвечает на этот вопрос. «Опровергая ложные мысли о блаженстве людей века сего, и для того, чтобы обещание блаженства истинного, вечного, привлечь свободных тварей к деланию добрых дел». Введением в Нагорную проповедь являются знаменитые заповеди блаженства. Эти заповеди блаженства регулярно поются на божественной литургии. Давайте к ним и перейдем. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Это первая и начальная заповедь блаженства. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что нищие духом – это смиренные и сокрушенные сердцем. Духом, говорит святитель Иоанн, он назвал душу и расположение человека. Первой из заповедей блаженства является нищета духовная, и, то есть смирение. Смирение – это основа, это фундамент, это, скажем так, дверь в Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. О чем плачущие? О своих грехах. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что кроткий, так как кроткий человек может подумать, что он теряет все свое имущество, то Христос обещает противное, говоря, что он-то безопасно и владеет своим имуществом. По Златоусту, святителю Иоанну, кроткие наследуют реальную землю. Ведь действительно считается, что человек сильный – это явно не тихий. Но Спаситель уверяет в противном. Он говорит, что именно кроткие наследуют землю. Это в одном аспекте. В другом аспекте, конечно, в абсолютном смысле и эсхатологическом значении они наследуют землю будущего века. «Блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Значит, правда, по толкованию епископа Михаила Лузина, это, значит, оправдание во Христе. И в этом смысле здесь алчущие и жаждущие оправдания во Христе насытятся. Святитель Афанасий Великий говорит, что они насытятся и здесь, потому что довольны малым, а гораздо более в жизни будущей. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Святитель Иоанн Златоуст, гениальный толкователь, и, значит, его перу принадлежит классические объяснения на Евангелие от Матфея от Иоанна, говорит. Здесь, мне кажется, говорит он не только о тех, которые оказывают свое милосердие деньгами, но и о тех, которые оказывают его делами. Есть много различных видов милосердия, и заповедь сия обширна. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Блаженный Феофилакт говорит, что как зеркало только тогда отражает образы, когда оно чисто, так и, значит, только та душа способна зреть Бога, которая очищена. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Первым миротворцем является Господь и Бог наш Иисус Христос. И подобным образом люди, желающие мира, называются миротворцами. Преподобный Исидор Пелусиот считает, что миротворцы – это люди, находящиеся в мире сами с собою и не воздвигающие мятежа, но прекращающие внутреннюю брань тем, что тело покоряет духа. Присутствие таких людей гармонизирует и умиротворяет общество. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». «Блаженны гонимые за добродетель», говорит Спаситель. И, наконец, 11-12 стихи. «Блаженны вы, когда будут вас поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Последняя, 9-я заповедь блаженств по святителю Иоанну Златоусту является самой сложной. Причем этот же святитель считает, что все 9 заповедей блаженств представляют собой золотую цепь, звенья которой, значит, зависят одна от другой и пролагают путь одна от другой. Следовательно, смирение – это основа, а 9-я заповедь – это самая вершина, скажем так, цепи или горы, на которую нужно нам с вами восходить. И святитель Иоанн Златоуст говорит, что 9-я заповедь блаженств – самая сложная. Невольно возникает вопрос, неужели гонение менее сложно, чем злословие? Однако святитель Иоанн Златоуст, скажем так, вполне оправданно и совершенно справедливо говорит: «Поистине злословие уязвляет гораздо более, нежели самые дела. В опасностях есть много такого, — говорит он, — что облегчает скорбь. Например, когда все поощряют, многие одобряют, хвалят и прославляют. Но здесь, то есть в злословии, отнимается и самое утешение», резюмирует святитель Иоанн Златоуст. Заповеди блаженств являются, как я уже сказал, введением в Нагорную проповедь. Они показывают, собственно, того, кто на самом деле блажен. Слово «блаженство» в древнегречески это «макариос», и греки употребляли это слово для того, чтобы изобразить счастливое, безмятежное состояние людей, свободных от всяких забот. И, как видно, Господь предлагает совершенно определенные критерии, соответственно которым человек, по которым он становится блаженным. Ударение о блаженстве стоит на следствии, сказать, на условии и на его следствие. Условия по епископу Касьяну Безобразову относятся к области духовных ценностей, которым необходимо соответствовать. А следствие – это есть награда за ту реализацию условия, которая дается человеку и здесь на земле, и там на небе. Говоря о параллельном месте заповеди блаженства евангелиста Луки, нужно сказать, что у него 4 заповеди блаженств. Причем первая звучит как «блаженны нищие», и в оригинале не сказано о том, что блаженны нищие духом. То есть евангелист Лука делает акцент на словах Спасителя о том, что блаженны действительно люди бедные, поскольку очень часто, ну не всегда, конечно, но бедность способствует смирению человека. И этим 4 заповедям блаженств противопоставляются 4 горя, которые Господь провозглашает. Как видно, из Евангелия от Матфея мы этих гор не насчитали, их тут нет. Но Луки, Спаситель, говорит, что горе вам богатые, горе вам насыщенные, и горе вам смеющиеся и так далее. С 13 по 16 стих 5 главы Евангелия от Матфея говорится о том служении, которое возлагается на апостолов. Избранный лик 12 апостолов должен, конечно же, исполнить заповеди блаженства. Для чего? Для того, чтобы самостоятельно попасть в Царство Небесное. Однако апостол – это человек, который должен осуществить 2 цели. Первая цель – это посюсторонняя, то есть самому попасть в Царство Небесное. И вторая цель, скажем, конечная или потусторонняя, это других людей привести в Царство Небесное. Поэтому для апостолов недостаточно самостоятельно попасть в Царство Небесное. Для них жизненно необходимо привести других людей в рай, привести других людей в жизнь вечную. Ну как они, апостолы, могут привести людей в жизнь вечную? Только тогда, когда сами исполнят эти заповеди блаженств. И дальше, вот с 13 по 16 стихи, говорится о том служении, которое именно на апостолов возлагается в этом мире. Я говорю для апостолов, для того, чтобы как бы ясно и рельефно был виден исторический контекст. Однако, как я сказал в самом начале, и слова, я считаю, эти совершенно справедливые, что Нагорная проповедь адресуется всем людям. По преимуществу апостолам, которых Спаситель вот недавно избрал, но, значит, и всех людей Нагорная проповедь непосредственно касается. «Вы – соль земли», – говорит он, – «если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как раз выбросите его на попрание людям. Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Апостолы – это соль земли, они же свет мира, они же, значит, город, стоящий наверху горы, они же зажженный светильник. Только тогда они, ну, скажем, являются светом, солью, городом и светом, подсвечником. Только тогда, когда, конечно, они исполняют эти заповеди блаженств. Таким образом, здесь видно то служение, которое возлагается на апостолов. Святитель Иоанн Златоуст метко подмечает: «Словами «вы есть соль земли» Христос показал, что все человечество помрачилось и повредилось от грехов. Потому-то Он и требует от учеников таких добродетелей, которые были особенно необходимы и полезны к исправлению других». В вот этой цели, конечной для апостола привести других людей в Царство Небесное, скажем так, для этой цели. И если вспомнить цель ближайшую, это самим попасть в Царство Небесное. Вот эти 2 цели в синтезе предвосхищают учение Церкви, которое и является путем в Царство Небесное. Как все люди хотят спасти, скажем так, попасть в Царство Небесное, в рай. Редко кто желает попасть в ад. Но, значит, как все-таки попасть в Царство Небесное? Для того, чтобы попасть в Царство Небесное, нужно принадлежать к Церкви, которая является путем в Царство Небесное. И здесь Спаситель как раз залаживает основы Церкви и показывает путь в него. Преподобный Исидор Пелусиот считает, что в таком случае, комментирует он 16 стих, «Тогда светит свет ваш пред людьми», считает, что даже против воли нашей, то есть мы даже не хотим, свет дел озарит видящих и обратит их к славословию Божию. Цель служения апостолов в ближайшем смысле и цель служения народа Божьего заключается в 16 стихе. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела». И вот самое важное. «Прославляли Отца вашего Небесного». Служение апостолов направлено на то, чтобы люди прославляли Отца Небесного. Заповеди блаженств, которых мы насчитали 9, и вот этот рассмотренный отрывок с 14 по 16 стих является введением в Нагорную проповедь. Довольно любопытное деление Нагорной проповеди предлагает епископ Касьян Безобразов в своем комментарии к Евангелию, на Евангелие от Матфея. И в частности, вот он и говорит, что заповеди блаженств и служение, на которое апостол возлагается в мире, составляет введение в Нагорную проповедь. В дальнейшем с, скажем, 17 стиха по 48 стих идет большой отрывок, который посвящен учению о, скажем, посвящен выработке нового учения. Господь предлагает новое учение. Но что само является самым любопытным, это то, что новое учение по Евангелию от Матфея и по Нагорной проповеди базируется на Ветхом Завете. То есть некоторые положения Ветхого Завета, как будет видно, Господь абсолютно отменяет, делает их нерелевантными. Некоторые Он оставляет в силе, но возводит их на новый, невиданный ранее уровень, как, например, заповедь «Не прелюбодействуй». Господь ее оставил, и она и сейчас действует, она в силе. Но Господь ее возвысил до такого уровня, что если человек посмотрит на женщину с вожделением, он уже прелюбодействует в сердце своем. Учение невиданное и неслыханное в Ветхом Завете. И таким образом вот об этих всех вещах пойдет речь на следующей встрече. Благодарю всех за внимание.